Здравствуйте, девочки, мальчики. Хочу поделиться своей радостью, потому что сегодня я получила посылку от девочки Наташеньки, которая живет в Нижнем Новгороде. Наташа мне не так давно написала письмо, что очень хочет послать мне небольшой сюрприз. И вот сегодня этот сюрприз ко мне приехал, и я с удовольствием пошла на почту посмотреть, что же мне там пришло. Спасибо тебе огромное, Наташ. Действительно, это был сюрприз. Действительно, было очень приятно получать посылку, бежать домой и смотреть, что же там внутри. Внутри оказались средства, которые я никогда не пробовала. И с удовольствием буду, конечно же, их пробовать. Первое, что я там увидела, это вот такая маска, носки для ног. Я у девочек видела такие носочки в обзорах, а еще показывали девочки со скрабирующим эффектом. Вот мне как раз со скрабирующим эффектом-то нельзя, а тут оказалось то, что надо. Вот здесь внизу написано, вот видно, что восстанавливает грубую сухую кожу ног, способствует заживлению трещин, оказывает антисептическое действие. У меня ноги в хорошем состоянии, поэтому просто попитать масочкой – это будет самое то. Тут говорится, что нужно на чистые ножки надеть эти носочки и через 20-30 минут снять масочку носочки и остаточки крема распределить по коже. Состав. Тут вот такой состав. Вот. Видно. В общем, спасибо тебе, Наташенька. Буду с удовольствием пользоваться. Наташа позаботилась не только о ножках, но и о ручках. Вот такая ультраувлажняющая маска-перчатки для рук с овсянкой. Носочки были с абрикосом, я не сказала. Тут тоже интересно написано. Интенсивное увлажнение длительного действия. Овсянка и масло ши. С огромным удовольствием тоже буду ими пользоваться. Наверное, я даже это сделаю одновременно. Также 20-30 минут перчаточки. Скорее всего, так, я покажу тут состав, кому интересно. Вот такой состав. И думаю, что я одновременно сделаю перчаточки на ручки, носочки на ножки. И сразу обновленные, наверное, на лицо сразу масочку какую-нибудь. И лягу минут на 20-30 в кроватку. Буду вся такая увлажненная и напитанная. Спасибо, Наташ. На самом деле очень рада и очень приятно. Я думаю, это было самое вот главное, что в посылке. Это крем-корректор, который разглаживает морщины. В общем, я вот так поближе покажу, как он тут называется. Вот так. Так. Вот такие обещания, что за 30 дней мимические морщины почти уберутся. И вот такие вот обещания дает этот крем. Давайте состав сразу покажу. Состав замечательный. И применение. Буду обязательно использовать, так же, как тут написано, в течение месяца попробую пользоваться. Вот так выглядит сам крем-корректор. Я не сказала, что он от своя косметика, фирма Няшка мне помогает. Вот так вот он выглядит тут. Сейчас открою, покажу. Плотно закрывается вот такой вот роликовый аппликатор. Не знаю, сейчас получится у меня тут. Так. Ну, видно тут, катается вот даже. Видно такого немножко молочного как бы цвета само средство. Вот. Прозрачный и слегка молочного цвета. Хочу сказать, что очень приятный у него аромат.
такой даже парфюмированный как будто. Понравился. Ну и также были аромы радости. Вот такие пробники. Я так думаю, почти все водички от Givenchy. Ангел и демон в трех видах. Вот это вот не буду брать название. И вот это вот женская водичка 007. Вот, буду пробовать, тестировать разные ароматы. И девчачья радость. Такая была резиночка. Кстати, я такие резиночки видела постоянно в магазинах сейчас, но почему-то вот не покупала, хотя рука к ним так тянется. Уж больно интересный вот этот вот эффект провода. Девочки говорят, что такие резинки щадят волосы, не выдирают их. Ну, буду с удовольствием свой хвостик прятать в такую красивую резиночку и пользоваться ей. Вот такая была посылочка. Кто-то скажет маленькая, кто-то скажет, как все здорово. А я хочу сказать, что огромное тебе спасибо, Наташа, за такую радость, потому что просто взять и подарить ни с того ни с сего подарок, это многого стоит, это очень приятно. И я думаю, дарить друг другу маленькие радости – это всегда праздник и большое приятное настроение. Обязательно, Наташа, я тебе что-нибудь тоже вышлю в ответ. Постараюсь, чтобы это было тоже сюрпризом для тебя. И повторю тебе еще раз огромное-огромное спасибо. Я ссылку на Наташин канал дам внизу под видео. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Она тоже снимает ролики. Вот, поэтому, я думаю, ей будет тоже приятно, если кто-то зайдет и посмотрит, что показывает она. И всем огромное спасибо, кто был со мной, кто разделил мою радость. Всем пока, до новых встреч!